Теперь по поводу этих вафелов. То есть они орут, что вот они знали, что я не уязвим, правильно? То есть если тогда все знали. Если нет, то они пытались меня захуярить. Это другого, знаешь, захуярить. Если они орали, он неуязвимый тинейджер, и вы атакуете у меня психику не сразу. Но я и очень развит. Я знаю таблицу умножения, все остальное, оно все исходит из разума. Это саморазвитие воинства. Вы это показали, потому что философское, как бы не только философское, знание. Уровня развития личности, интеллекта, все остальное. А Ургант у нас с Мартиросем, что эти сакуны орут? А он такой развитый, мы поэтому откуда мы его боимся, что он как неуязвимый, блядь, а вдруг он нас захочет, что, скосить нас за ваши атаки, а вдруг он будет себя проявлять, а мы не сможем его скосить, знаешь, а мы лохи, знаешь. Мерзавцы тупые, так? Или как? Значит, я просто на селфи снимаю камеру, поэтому смотрю, как видео получается.